Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. И никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее, и будущее все, казалось, так и отдавалось им в руки, им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они наконец освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение. А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякой швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя. Всякой удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И Бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позаившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. И вдруг он почувствовал, что его пронизало, словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности. Потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд. Воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем сам собой проснулся суд. Жалкому пропоице
Все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает. Он до того подавлен вставшей перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойце, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? Почему он прожил его так, а не иначе? Что такое он сам? Все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшей бессознательностью. Иго строило его жизнь. Под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание. Да на что оно ему нужно? Затем ли оно пришло, чтобы безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? Затем ли, чтобы погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее? Увы, проснувшееся сознание не приносит ему с собою ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтобы с обычной любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастья для бедного человека. «Коли б ты одну рюмочку выпил, это так, это даже пользительно», — говорил он сквозь слезы. «А то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать. И что же, сейчас тебя за это самое в часть сволокут, в части тебе под рубашку засыплют, и выйдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил. А и всей этой твоей награды было 100 лазанов. Так вот ты и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить!» «Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил!» — говорили ему изумленные посетители. «Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится, — отвечал Прохорыч, — ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил». Прохорыч показывал сученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше. «Вот так патент!» — не без злобы прибавлял Прохорыч. «Что ж ты теперь делать будешь?» — спрашивали его посетители. «Теперь же я полагаю так. Остается мне одно — помирить. Потому обманывать я теперь не могу. Водкой спаивать бедный народ тоже не согласен. Что ж мне теперь все делать, кроме как помирить?» «Резон!» — смеялись над ним посетители. «Я даже так теперь думаю», — продолжал Прохорыч. «Всю эту посудину,
какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить. Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть. — Только смей у меня! — вступилась наконец Арина Ивановна, сердце которой, по-видимому, не коснулось благодать, внезапно осенившая Прохорыча. — Ишь, добродетель, какая выискалась! Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил. «Потому, — говорил он, — что ежели уж с кем это несчастье случилось, то так несчастным и должен быть, и никакого об себе мнения, что он торговец или купец, а заключить не смеет, потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать. Несчастный я человек в всем мире, и больше ничего». Таким образом, в философических упражнениях прошел целый день. И хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне: «Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя, хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть!» И действительно, он как лег, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел. Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть — совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошенной гости. Скрипя сердце, она переждала ночь, но как только в запыленные окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и, стремглав, бросилась с нею на улицу. Как нарочно, это был базарный день. Из соседних деревень уже тянулись мужики с вазами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспешающего ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним и едва успела поравняться, как сейчас же с изумительной ловкостью сунула потихоньку совесть в карман его пальто. Ловец был малый, не то чтоб совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а устремительный. Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный. И вдруг этого самого человека начало коробить. Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там не наставлено и на вазах, и на рундуках, и в лавках, все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я? Не во сне ли все это мне представляется?
Подошел к одному возу, хочет запустить лапу, а лапа не поднимается. Подошел к другому возу. Ведь этаким манером, пожалуй, за бороду все дело себе испорчу. О, ужас! Уж не вратиться ли за добра ума домой? Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару, смотреть. Лежит всякая живность, разосланы всякие материи, и все это как будто говорит: вот и близок локоть, да не укусишь. А мужики между тем осмелились. Видя, что человек очумел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки шутить, стали ловца Фофаном Фофанычем звать. Нет, это со мной болезнь какая-нибудь, решил ловец. И так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой. Возвращается он домой, а ловчиха жена уж ждет. Думает, сколько-то мне супруг мой любезный нынче кульков принесет. И вдруг ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на ловца. «Куда кульки девал?» — спрашивает она его. «Перед лицом моей совести свидетельствуюсь!» Начал был ловец. «Где у тебя кульки, тебя спрашивают?» «Перед лицом моей совести свидетельствуюсь!» — вновь повторил ловец. «Ну, так и обедай своей совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда!» — решила ловчиха. Понурил ловец голову, потому что знал, что ловчихина слово твердое. Снял он с себя пальто, и вдруг словно преобразился совсем. Так как совесть осталась вместе с пальто на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно. И стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а все его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загребать. «Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки!» — сказал ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтобы на всех парусах лететь на базар. Но, о чудо! Едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделалось. Один без пальто, бесстыжий, загребистый и лопистый. Другой в пальто, застенчивый и робкий. Однако, хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от намерения своего идти на базар не отказался, а вось либо думает: превозмогу. Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтобы на чужие кульки засматриваться. Свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги. «Вот тебе, дружок, 15 копеек!» — говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету. — Это за что же, Фофаныч? — А за мою прежнюю обиду, друг, прости меня, Христа ради. — Ну, Бог тебя простит. Таким образом обошел он весь базар и роздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался.
Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась, опять сказал он сам себе. Пойду-ка я лучше домой, да, кстати, уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем Бог послал. Сказано, сделано. Набрал он нищих, видимо-невидимо, и привел их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково таково сказал. Вот, Федосюшка, те самые странные люди, которых ты просила меня привести, покорми их ради Христа. Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищие братья со всего города сбито. Видит и не понимает, зачем. Неужто всю эту уйму сечь предстоит? Что за народ? Выбежал он на двор в выступлении. Как что за народ? Это все странные люди, которых ты накормить велел, огрызнулась ловчиха. Гнать их в шею! Вот так! Закричал он не своим голосом и как сумасшедший бросился опять в дом. Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все думал, что такое с ним сталось. Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного. Долго просто лев и вдруг сделался тряпицею. — Федосья Петровна, матушка, да свяжи ты меня ради Христа! Чувствую, что я сегодня таких дел наделаю. Ой, что после целым годом поправить нельзя будет, — взмолился он. Видит и ловчих, что ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: а посмотрю-ка я у него в пальто. Может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь грошики. Обшарила один карман, нашла пустой кошелек. Обшарила другой карман, нашла какую-то грязную замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку, так и ахнула. «Так вот он нынче на какие штуки пустился!» — сказала она себе. «Совесть в кармане завел!» И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть, чтобы она того человека не в конец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а ныне финансиста и железнодорожного изобретателя, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцкого. «У этого, по крайности, шея толста, — решила она, — может быть, и побьется малое дело, а выдержит». Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нем адрес Бржоцкого и опустила в почтовый ящик. «Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар», — сказала она мужу, воротившись домой. Самуил Давыдович Бржоцкий сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался 10-летний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции. «А что, папаша, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по 20% в месяц,
«Сколько у меня к концу года денег будет?» — спрашивал он. «А какой процент? Простой или сложный?» — спросил в свою очередь Самуил Давыдович. «Разумеется, папаша, сложный». «Если сложный и с уценением дробей, то будет 45 рублей 79 копеек». «Так я, папаша, отдам». «Отдай, мой друг, только надо благонадежный залог брать». С другой стороны сидел Иосиль Самуилович, мальчик лет 7, и тоже решал в уме своем задачу. Летело стадо гусей. Далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович, и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые взаимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдовича Лия Соломоновна и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери. Одним словом, Самуил Давыдович был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо. Едва взял Самуил Давыдович в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях. «И что за это такое? И зачем мне эта весть?» — завопил он, трясясь всем телом. Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно. Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдович в этот памятный для него день. Скажу только одно. Этот человек с виду тщедушный и слабый геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился. «Это что же? Это ничего! Только ты крепче дерзи меня, Лия!» — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов. «И если я буду спасывать скотулку, ни-ни, пусть лучше умру!» Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдович вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала. Но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средства привести в исполнение это давнее намерение. Задумано, сделано. Самуил Давыдович осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу.